готов? Готов. Вперед, Бейли! Я Бейли, а это мой человек Итан. Наслаждаешься ветерком? Я прожил много собачьих жизней, но в конце концов всегда возвращался к Итану. Вперед! С возрастом легче не становится. С возрастом легче не становится. Это Си-Джей, новый и самый прелестный член нашей стаи. Пёсик, пёсик, пёсик. В чашке ничего нет. Обожаю завтракать с внучкой. Я тоже. Она подкармливала меня беконом. Ты позволяешь ей купаться с грязной псиной? Мы просто веселимся. О, мама тоже хочет поиграть. Ой, боже мой. Или нет? Вскоре Си-Джей пришлось уехать. Дай знать, когда устроишься. Я хотел погнаться за машиной, но сил что-то не было. Бейли, 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 ты столько для меня сделал. Когда ты вернешься, позаботься о Си-Джей. Ты нужен ей так же, как и мне когда-то. А потом чудо! Я снова стал щенком, а Си-Джей – смыслом моего существования. Она так выросла! Сидеть, сидеть. Покажи ему, кто главный. Лежать. Что ей надо? Не понимаю. Видишь? Си-Джей, у меня свидание. Опять? Я всегда чувствовал, когда она больше всего нуждалась во мне. Свалю отсюда при первой возможности. Перееду в Нью-Йорк. Стоп! Знакомый запах! Итан, это я, Бейли! Старина, это ты? Я вас не приглашала, зачем пришли? Мы хотим повидаться с внучкой, прошу тебя. Присматривай за Си-Джей, ладно? Ого, великан, ты нашел силы подняться? Неважно, в той жизни или в этой, я всегда буду Си-Джей. Привет, ты откуда взялся? Похоже, он вас выбрал. Жизнь не всегда идет по плану, но порой она приносит массу приятных сюрпризов. Like a drum, baby, don't stop beating. Ты многого не знаешь об этой собаке. Like a drum, my heart never stops beating for you. For you. Baby, I'm not moving on. I love you long after you're gone. For you. Жизнь не дает ответов на все вопросы. Но я точно знаю, каждому из нас уготована своя судьба. «Собачья жизнь 2» в кино с 29 августа.